سلام ده شالوم لكولام. שלום סייה. מברי דלג'אי נשי רוק פרה קניגי קוזרי. איקה קרס מגברי לי דבר מומנטי אוצ'ין וז'נה ופירבו. כדאי יחצי לסקדה שטוב סוזה ויסטת נס. Что одно и то же сила может быть хорошее и может быть плохого, это зависит от человека. Человек может строить мир и может разрушить мир. И надо понимать, что мы сами строим нашу жизнь, возьмем то, что Всевышний нам говорит и дает. Он дает столько блага, столько тора, столько лекарств, столько хороших вещей, подарков. Но у нас остается, мы должны это строить правильно путь. И придем обратно к нашему моменту, источник корень веры, он и корень меры, наоборот, я не знаю, как по-русски это привели, не вера. Одно без и то веры, же без вещь, веры, без веры, без верия. Ага. Одно и то же поступок, когда мы делим его правильно, он великая мицва. А когда мы делим его неправильно, он и большое разрушение, большой грех. Во-первых, мы начинали с того, что намерение твоя угодно Творцу, и действие не угодно. Ну, начнем с намерения. Намерение царь Кузар было угодно Творцу. Но одно и то же вещь. С плохой намерением он ужасный грех. А с хорошим намерением он великого мицва. Надо знать, что источник намерения очень важен. Но это первое. Но Раби Иуда Леви имел в виду не только это. А тоже действо. И пример, я не помню, я дала это пример или не дала, вот зажигание субботней свечи, это очень правильный поступок. Это для того, чтобы освещать субботу, хорошая атмосфера дома, влияние суббота на нас. Суббота сама по себе приходит, со свечки, без свечки. Она в природе, в творении мира она есть. Но чтобы я принимала свет из субботы, надо меня строить фон, то есть действо, чтобы это зажигание субботы, свечи, этого подготовка, это много всего. Так что все согласны, что это действо очень правильно, очень хорошее. Но если я зажигаю субботные свечи полчаса позже, это уже большое нарушение. Нарушение хилуль шаббат, это ужасного греха. Как можно это понять? Это одно и то же действие. Зажигание субботней свечи, чтобы атмосфера у меня в доме была, чтобы мы все сидели за столом, принимали свет суббота, чтобы было светло, чтобы... Это же отличная вещь, важно. Но это может быть большое нарушение. То есть одно и то же корень. Я хочу, я зажигаю субботные свечи, потому что хочу освещать субботу. Даже намерение может быть прекрасно. Но она не угодна, потому что неправильно делала. И это надо объяснить. И давайте мы почитаем, как это может быть. Одно и то же действие, даже одно и то же намерение. Но это может быть правильный поступок, а может быть ужасно неправильный поступок. Вот у нас это было Айнтет, 79. Да. Давайте читаем. Аэля, ты хочешь, чтобы я читала, да? Да, если можно. Можно, да. Я готова. Да. Сказал Раби,
Восприятие божественного не дано природе человека. Человек не может это измерить мерой количества и качества. Даже зная сущности божественных вещей, нельзя знать их время. Чтобы знать их время, связи, последовательность и место, нужно знать о вещах более основательных, получив это знание от Бога. И тот, кто получил такое знание вещей и осуществил его на деле во всех его ограничениях и условиях, и от всего сердца, тот считается верующим. Как бы ни старался кто-нибудь достичь ступени божественного познания с помощью разума или магии, как мы видим в сочинениях астрологов, пытающихся вызвать сверхъестественные явления и изготовляющих идолов и талисманы, он не является верующим. Он может приносить жертвы и курить фимиам во имя гипотез и предположений. На самом деле ему неизвестно, что следует делать, сколько, как, в каком смысле, в каком месте, каким образом и много других вещей, перечисление которых увело бы нас слишком далеко. Если дальше, то надо понять. Да, давайте останемся здесь и чуть-чуть объясним. То есть, что он говорит? Говорит Раби Иуда Леви так. Есть у нас человек, который получил Тора на горе Синай, то есть еврей, получил Тора, и он может знать, как надо служить Всевышнему. Какой мера, сколько, как, это все у нас до самых маленьких деталей. Говорил нам Всевышний и мудрецы, комментарии и так далее. Как надо соблюдать заповедь. И другой человек, который хочет это знать, а ему не подсказал Всевышний, а он хочет служить Всевышний и делит очень похожее действие. Но не во времени, во место, в количество, в законе, а то, что он сам пытался достигать, это уже идолопоклонство. Пример, например, если смотреть служение в храме, жертвоприношение, которое принесли в храм, там было воскурение, там было жертвоприношение, там было много всего, но обязательно надо делать это, как написано в Торе, место храма не гора. А если делать в другое место, это уже грех. Даже делаем одно и то же. Другое время, это тоже грех. Другой там, это уже идолопоклонство, у нас есть пример. Про Яровам бен Ават во время первого храма, который отделился от царя Давида, и он хотел делать службу так же, как в Иерусалим, только в другое время, другое место и другие люди. Ни священники, ни в месяц Тишрея, и ни на храма не гора. У него было политически понятие, почему он хочет отделиться. Но он делил это по правилам, как делить Бет-Амикдаш, храм. Он так же, как делится в храме, так он сделал. Но это ужасное идолопоклонство. Почему? Потому что... сейчас, одну минутку. Шир. 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 Извиняюсь. Так что он делал это не как сказал Всевышний, а про его понимание. Его понимание было, что ради
задание, которое он получил от Всевышний, в политические понятия, он должен делать не там, не в Иерусалиме, а в другое место. Он будет служить Всевышний. Он будет делать все по правилам, но в другое место, в другое время, с другими людьми. Это ужасное идолопоклонство, потому что мы не служим человек, мы служим Всевышний. Мы не делаем то, что мы понимаем. Мы не... Наша цель жизни – это не реализовать себя, а делать волю Всевышнего. Чтобы делать волю Всевышнего, это делать через то, что мы реализуем себя, потому что Всевышний дал нам очень много талант, сил, возможность. Но наше желание – это желание Творца, и только так мы можем служить Всевышнему. А наше понимание, мы же видим маленькую картину. Мы не видим все, мы не можем знать все. Даже если мы очень пытались и старались, это нам обязательно подсказка от Всевышнего, потому что два момента. Во-первых, у нас нет полной картины. Раз, мы человек ограниченный, наше понимание ограничено, то, что мы можем достигать, оно ограничено. И поэтому нашего понимания, она недостаточна. Это раз. Во-вторых, наше желание, это служба себя. Желание наше надо объединить с желанием Творца. Но Раби Иуда Леви говорит больше о том, что я сказала первую, что наше понимание ограничено, и мы не все можем понять. И давайте читаем дальше, на какой пример он говорит, что это подобен. Он подобен профану, который пришел в лабораторию врача, известного силой своих лекарств. Врача нет, но народ ждет исцеления. И безумный раздает содержимое склянок, не зная ни его свойств, ни доз, следующих каждому больному. Он убивает их теми лекарствами, которые должны были их излечить. Если же случайно он кого-нибудь и исцеляет одним из этих лекарств, люди вернутся и скажут, что он оказал им помощь, если только обман не раскроется, или они не станут искать помощи в другом месте. И они будут ему доверять, не зная, что в действительности лекарство оказало действие только благодаря таланту ученого-врача, который его приготовил и объяснил, каким образом должны его принимать. Он рассказал пациентам, как важны соответствующие питание и питье, физические упражнения и отдых, а также дал советы о правильном выборе климата и места для наилучшего восстановления сил. За некоторыми исключениями до прихода Моисея люди были подобны таким пациентам, введенным в заблуждение невеждой. Давай поднимем еще вверх. Да, да, конечно. Да. Они верили предписаниям астрологов и магов, блуждали от закона к закону, от Бога к Богу, исповедовали многобожие. Они забыли о существовании ведущего мира и о его провидении, и видели в воображаемых божествах причину изменений к лучшему, в то время как по сути своей они могут принести только вред. Приносить пользу может по собственной своей природе только божественное воздействие, и только его отсутствие причиняет вред. Что он здесь говорит? Приходит человек в аптеку,
Там хорошее лекарство, которое должны лечить. А он это дает по его пониманию. Он пытается помочь. А люди умоляют, пожалуйста, дай нам лекарство. Дай, пожалуйста. А он же милосердие, хорошенький. Хочет помочь людям. Люди же страдают. И начинает им давать лекарства про его понимание. Иногда он лечит. Но в основном он убивает. Потому что как принимать лекарства, в какой дозе, и что делать это, с едой или без, в какой, как образ жизни должен быть во время лекарства, это все он же не знает. А иногда у него повезло, но иногда нет. И получается то, что здесь написано в конце, что на самом деле полезного вещь это тот божественно близкий к божественно и а страдание это когда его нету, то есть приблизиться к Всевышней это самое основное лекарство, а подальше от Всевышней это и есть страдания и смерть. То есть цель нашего заповеди это делать то, что Всевышний нам сказал, потому что через них мы приблизимся к Всевышнему. Если мы это делаем по другой цель, другой понятие, в другая доза и по-другому, тогда мы не приблизимся к Всевышнему. То есть если смотреть на кошерное питание как полезный образ жизни, это на самом деле очень полезный. Почему это полезный? Потому что еврей, который соблюдает заповеди правильно, он получает хорошие жизни. Какие хорошие жизни? Приблизиться к Всевышнему. Это и есть хорошие жизни, которые он получает, когда он соблюдает. И это очень важно, это понимать. Когда мы соблюдаем заповеди, это не какая-то магия, которую мы делаем, колдовство, которое мы делаем, а мы делаем волю Всевышней, и это нам хорошо, это нашего лекарства. Потому что на самом деле приблизиться к Всевышней, это и есть хорошее, а быть подальше от него – это плохой. И это, что надо делать, и это, что надо понимать. И поэтому до приходит Моше, люди, которые пытались прийти к духовне, они пришли к идолопоклонству. Идолопоклонство – это когда ты служишь разного богов, разного сила, не понимаешь, что именно надо. Кому мы должны приблизиться? Идолопоклонство – это тоже служение себя. Когда я служу моё ум, понимание, реализовать моё то, что я думаю, то, что я выбираю и хочу, на самом деле хорошая жизнь – это приблизиться к Всевышнему. Это что он здесь говорит. То есть, когда у нас есть великий врач, который нам говорит, как жить, и мы соблюдаем его правила точно, тогда мы идем в правильный путь, и нам это очень полезно. А когда мы делаем... Кстати, так он будет объяснить грех золотого тельца. Грех золотого цельца, мы это увидим попозже. Грех золотого цельца, когда еврейский народ, который хотел служить Всевышний, и Моше пропал, и они знают, что Моше нам он тот, который подсказывает. Он подсказывает нам, что Бог хочет от нас. Если Моше пропал, тогда мы сами должны понимать, как нам жить. И так они придумали какой-то золотой телец.
Через него будем служить Богу. И получается, что это не лекарство, а яд. И таким образом им приблизиться к смерти, не к жизни. Но намерение было, может быть, угодно, хорошее. Но действия они же придумали. И это была проблема, потому что на самом деле одно и то же действие, если Бог нам сказал, тогда это полезнее, тогда это вера. А если Бог это не сказал, и мы сами добавили, сами придумали, тогда это плохо. И одно и то же лекарство. Если возьмем по рецепту врача, это полезнее. А если не по рецепту врача, а сами придумали. И мы это не понимаем и не знаем ничего. Так что можем вредить даже очень сильно. И это то, что он хотел говорить здесь. А сейчас я хочу прийти к новой теме, другая тема. Как начиналась наша Тора? Мы уже говорили, как начинался мир. А сейчас у нас, как начинался Тора? Давайте следующее. Читать? Да. Сказал Кузари. Вернемся к тому, что нас интересует. Как возникло ваше учение? Как оно распространилось? Как люди приняли его и как пришли к единому мнению, если прежде придерживались разных суждений? Сколько понадобилось времени, начиная с основания веры, для того, чтобы она укрепилась и приняла окончательную форму? Нет сомнения, что все религии начинают одиночки. Они стремятся передать людям то, что Бог пожелал им открыть, и поддерживают друг друга. Иногда же правитель принуждает подданных принять его веру. То есть как начинается религия? Религия начинается с каких-то идей, которые возникают с человек, частный или группа, маленькая группа людей. И они это учат других, влияют на других, и потихоньку это какой-то форма разного добавить туда, учить других, желания других, которые они это принимают. И, конечно, этот человек, который основатель, должен быть необычный человек, может, или с харизма, или в какой-то стиль необыкновенный, который на него люди ходят, что-то необыкновенное. И потихоньку он может уговорить людей, и группа растут. Иногда потом есть следующее поколение, его ученики, и дальше. Иногда приходит потом какой-то сильный царь, который через войну заставляет других принимать эту религию, и так она растет и растет. Подобнее это начинались христиане, подобнее это начинались мусульмане, были через заставили, были через войны, были через добрые желания. Мусульмане больше войны, христиане много было пожелания людей, но были тоже и заставили. То есть, ну это в течение какой-то лет, даже несколько поколений. И он спрашивает, как начиналась ваша религия? Как начинали, как писали Тора? Сколько времени это, сколько поколений, пока она получила свою форму? И так далее. Ответ. Сказал Раби, таков возможный путь появления разумно устроенного образа жизни, изобретенного людьми.
когда же он становится общепринятым, начинают говорить, что Бог помог этим людям, научил их и тому подобное. Но путь жизни, открытый Богом, должен явиться внезапно, как при сотворении мира, за словами «да будет» мгновенно последовало возникновение. То есть что он говорит? Дарование Тора – это как творение мира. Творение мира – это не было ничего и стало из ничего. Творение наше Тора – это тоже творение, он говорит. Не было Тора, и вдруг мы получили ее целиком. С нуля до 100%. Мы не получили Тора по куски, чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, пока привыкнут, потом пока пишет, пока это вот каждая глава отдельно, а получили Тору целиком. Как творение. Всевышний творил Тора, и не было и стало. То же самое, как нашего мира не был мир, Всевышний сказал и стало. И будет свет, и стало свет, и будет животные, и стали животные. Вот так. Без процесса такой эволюционно. Без процесса, как на самом деле любой культура, это какой-то результат несколько поколений, даже иногда много поколений. Говорит Раби Иуда Леви, нашего Тора это не так. Мы получили ее целиком. Не было, это как творение мира. Что он хочет сказать здесь? Что это не зависит от человеческого понимания. Не зависит от человеческого творчества, которое растет, как обычного. Это была группа людей, которые были в Египте, и в какой-то один прекрасный день они получили весь Тор. Что от этого идет? Что это целая система. На самом деле, это как принимает иудаизм, гиюр. Есть не еврей, который приходит и говорит, я хочу стать евреем. Он не будет учить сначала первый заповедь, потом второй, потом третий, получает постепенно. Конечно, человек должен привыкать. Но на самом деле по закону, когда он принимает на себя гиюр, он как будто родился заново еврей. И получает весь Тора целиком. Он не может сказать, я готов получить половину. Через год встретимся, посмотрим, может быть, буду получить второй половину. Нету такого. Это целая система целой жизни, которая получает во время гиюр целиком. Вчера он не был на базе ни в одной заповеди, а сегодня он обязан во все. Человек так не может принимать, если человек не соблюдает Тора, и он хочет начинать соблюдать, я говорю про евреи, он пришел понимание, я хочу соблюдать, совет, который будет ему давать, не делает это все сразу. Вчера не соблюдал, сегодня все. Человек так не может. Если он сразу начинает соблюдать все, он на следующий год будет бросать все. Человеческие качества – это постепенно, воспитание, постепенно получает это процесс, должен ему подходиться. Никто не будет соблюдать сразу все. Если он на это не воспитали его из детства, а он пришел вдруг к пониманию, что ему что это истина, что ему это надо. Человек не может это делать все сразу. И то же самое человек,
который строит правильный путь жизни, он тоже это не делает, это сразу. И культура, которой основались группа людей, это тоже не сразу. Это же культура, которая в течение какого-то времени человеческий характер, человеческий образ жизни не может поменяться все сразу. Принимать все сразу, получить путь жизни сразу. Потому что это человек. Но Бог, он в одну минуту, секунду, даже меньше может творить весь мир. А это же система мира, которая вместе Тора сама, 613 заповедей, это целый комплекс, который вместе. Нельзя разделить его. Это один. Это одно здание, которое стоит на один основе, на все. Кстати, напоминает меня прямо сейчас. Пришел не еврей, пришел к Шамай и говорит, я хочу учить весь Тора, когда я стою на одна нога. Шамай его выгнал. Ну кто на самом деле прав? Можно принимать весь Тора, когда я стою на одна нога? Есть один суд, один источник, который на него стоит весь Тора. Илель говорит, да, есть одна секунда, один, Всевышний, он же источник, один источник, источник весь Тора, не было и стало, мы получили ее целиком, нельзя разделить на два нога, мы как люди начинаем разделить систему, как нам это принимать? Мы не можем принимать это так, целиком. Мы должны постепенно учиться. Еврейский народ, который получил все, весь Тор одновременно на горе Синай, душа улетела, они не смогли. Надо было 40 лет в пустыне это учиться, разбирать. Но Всевышний давал им все сразу. Не было и стало. Вот, возьмите. На самом деле, вот этого неевры, который пришел и говорил, я хочу принимать Тора, когда я стою на одна нога, на самом деле он был прав. Хочу принимать суд, источник, правила, которое на это все стоит. Но мы, как люди, так не можем. Он здесь говорит, это когда человек должен принимать, понимать, или человек, который сам создает путь жизни, это все постепенно, это все время, это все пока это форма. Но Тора божественна. Бог сказал и встала. Все целиком, это план нашего мира. Даже до творения мира это план. Когда Всевышний творил, он творил Тора, и он творил мир, не было и стало. И это тяжело. Это тяжело понимать, и царь Кузар испугался, и это его реакция. Не смог понимать. Как мы понимаем это? Как он здесь говорит, Злата, почитай нам. Вот 82-й. Сказал Кузари, Раби, слова твои меня пугают. Сказал, а почему это его пугает? Это пугает, потому что человек это тяжело. Тяжело воспринимать. Что все так одновременно. Это может быть так, можно понимать тот мидраш, который говорит, что когда Всевышний
принес нам в дарование Тору, он поднял гора и сказал еврейский народ, принимайте Тора, если нет, вот здесь ваша могила. Это один, Тора у нас стоит, без этого нет ничего. Это не процесс. Нет процесса, у вас нет времени сейчас. Я подумаю, что там написано, что там есть, посмотрим, или да, или нет. И это страшно. Потому что на этом мир стоит. Без этого нету мир. И теперь Раби Иуда Леви это объясняет, как это было. Еврейский народ находится в Египте. Много лет им сложно, им тяжело, им это рабство. И в принципе пришло время, они там в Египте 210 лет. У нас есть здесь, у нас следующий неделю, мы как раз будем сидеть за пасхального седер, будем праздновать выход из Египта. И самый важный герой этого вечера – это маца. Почему мы кушаем маца? Мы кушаем маца, потому что еврейский народ, когда их выгнали из Египта, они не успели делить себе хлеб, этого не квастился, и они очень быстро торопились уходить из Египта. Извините, пожалуйста, еврейский народ находится в Египте 210 лет. Еще 2 часа ждали и делали нормальный хлеб на дорогу. Неужели нельзя было ждать? То есть несколько миллионов людей выходят в пустыню. Надо это готовиться как надо. Правильно? Но этого надо очень быстро. Я думаю, что это очень похоже на ребенка во время рода. Ребенок внутри живота матери, он прекрасно живет. Но когда он должен выйти, эта минута очень опасна, потому что он не дышит от мамы и должен дышать на улице. И если там задерживается этот момент, он не выходит вовремя, может быть смерть. То есть он должен выйти на свободу. И там нельзя ждать. Быстро надо выйти, чтобы дышать настоящего дыхания. Это очень страшный момент. Это то, что происходит в Египте. Время рождения народа. Время дарования Тора. Время, когда нам надо стать народом. Это с нуля идет к 100% сразу. Это очень страшный момент. Мы не можем это получить в половинке, постепенно. Это надо быстро. Я это ощущала во время рода моя младшая дочка. Обычно у нас род – это процесс. Есть время чуть-чуть. Пока ребенок этого put delete, есть время. Он еще дышит внутри и начинает процесс рода. Пока он выходит. А что происходит, если он перестал дышать в животе матери? Надо его вытащить сразу, моментально. В эту минуту. То есть надо кесарь сразу резать и вытащить. А то будет умереть. То есть что-то там произошло и нету вообще времени. У меня это просто случилось у рода моя младшая. Там произошла почти катастрофа. И надо было, я чувствовала, что они меня будут резать. Даже не успели меня это. Что я засыпала, чтобы не чувствовала. И ее спасли. То есть искусственный дыхание, но надо было ее
השביעית, אנא ואפשה בזדיחניה, ויתשילה כישרדיל סרזו, את המילה אוצ'ין סטרשנה, אוצ'ין דאז'ה, איצ'ו דא פרזשלה, אנא סרזו, יו דילי ליחיה, אתם פרציס, פתאום רנימציה, יענה ואות אידישאלה, איסו פריקרסטנה. נו מומנטה און אוצ'ין ואז'נה. יבריסקין האות דולשן רדיצה. סרוק זקון של סי, שו עד נאמינות הענית המוטונית, ואת הווה נית שסתתה יגיפצקה, ואת הרבסטווה, ואת הווה אוניג'יניה, ואת הווה אוז'ס נבליאניה. ורמי שטונדה פלוצ'י תור, פלוצ'י ציווישני קקנה שבו. Это мы празднуем в выход из Египта, что вышли на свободу, получили дыхание и Тора. А как он здесь говорит, это очень страшный момент. Ты меня напугал, а он отвечает, это даже больше, чем ты думаешь. То есть, свышли нам это как творение новое. Снула и стала. Давай читаем. Сказал Раби, но действительность может испугать гораздо больше. 600 тысяч сынов Израиля, если считать мужчин от 20-летнего возраста и старше, относящихся к 12 племенам, находились в египетском рабстве. Никто из них не бежал в другие страны, никто не вел свою семью чужеземца. Они ожидали времени, назначенного Богом, который обещал их предкам Аврааму, Ицхаку и Якову, что они унаследуют землю Ханаана. Этой землей владели 7 процветающих сильных народов, а сыновья Израиля были бедны и угнетены. По приказу фараона их детей предавали смерти, чтобы народ не стал многочисленным и сильным. И все же, несмотря на их слабость, Бог послал Моисея и Аарона, и они предстали перед могущественным фараоном. В их распоряжении были знамения и чудеса, которыми изменяется порядок вещей, установлены при сотворении мира. Наверх поднимешь? Да, да, конечно. Фараон не мог ни скрыться от них, ни поведать что-либо губительное для них, ни оградить себя от 10 ужасных казней, которые поразили воды, землю, воздух, растительность и все живое в Египте, а также тело и душу его жителей. В полночь смерть мгновенно поразила всех первенцев в египетских домах. Не было дома, где бы не оплакивали мертвых. Все эти казни были знамением и предостережением. Они происходили в назначенное время и в назначенное время прекращались, чтобы ясно было, что они происходят намеренно, по воле Бога, и что Бог делает все, что хочет, и тогда, когда захочет, и что причина казни не природа, не влияние звезд или чар, и не случай. Ту ночь, когда смерть поразила египетских первенцев по велению Бога, дети Израиля вышли из Египта, перестав быть рабами фараона, и, следуя за столбами дыма и огня, которые их вели, направились к Красному морю. Дамших? Да, еще чуть-чуть. А наверх тогда? Божественные старцы Моисей и Аарон, вожди и служители этого народа, были старше 80, когда они выступили с пророческой миссией.
Прежде им ничего не было заповедано. Они знали только то, что унаследовали от Адама и Ноя. Моисей не отменил эти заповеди, но присоединил к ним остальные. Фараон пытался преследовать евреев в пути, но им не понадобилось оружие, да они и не умели воевать. Море расступилось перед ними, и они перешли его, а фараон и его войско утонули, и море выбросило их трупы, и дети Израиля это видели. Все это долго рассказывать, да и всем это известно. Что он хочет сказать в это долго рассказывать о истории еврейского народа? Он же должен был сказать, как дарование Тора, не было Тора и стало. Что он хочет здесь сказать так долго? И еще он заканчивает то, что это долго, ну, известно всех. На самом деле, и не просто так, это основа нашего веры. У нас мы перед пасхального седера основа, один из основ, это помнить о выходе из Египта, рассказать о выходе из Египта. Это же время рождения этого народа. Скоро у нас будет и время потом дарования Тора. Это время рождения народа. Это время так важно, что Бог хотел показать что-то для еврейского народа и для всего мира, что дает основу на жизни все еврейский народ на все поколения. То есть не постепенно он явился к ним, а все сразу в такое сильного явления, как все народы, которые находятся в рабстве, и они сразу видят Бог, как он влияет на мир, как он властвует на законы природы, как он предупреждает заранее. В 10 казней он же предупреждал заранее и сказал, вот так будет, вот так, вот так, вот так. То есть как он сам делит все природы вокруг. Это можно учиться отдельно, 10 казней, как они учат нас. Учат нас три основные вещи. Во-первых, что Всевышний всемогущий. Во-вторых, что еврейский народ, он другой от всех народов, то есть от избранности еврейского народа из всех народов, из всех. И третье, что он находится здесь, провожает здесь во все законы. Не только, что он может, он всемогущий, а он реально это делает. Любой мелкий деталь на это он властвует. Он это учит еврейский народ, можно сказать, очень сильно и серьезно через этого длинный рассказ, который здесь нам рассказали, для того, что они могли получить Тора один раз на все поколения еврейского народа. То есть это память о выходе из Египта, это рассказ про выход из Египта, это чудеса, которые... Все это у нас основа. Вот это вот три момента, что Всевышний находится. Это для того, что мы могли бы пронимать весь еврейский народ стоит под гора Синай и пронимает Тора, которую дал нам Всевышний. Не Тора, которую дал нам Моше. Кстати, Моше вообще не написано его имя в пасхальной Агаде. Он же главный герой должен был там. А и он вообще его там нету. Он как тот цинор, труба, которая передает нам это все. А сам от себя ничего... А Всевышний, он и не ангел, он и не посланник. То есть цель была показать Всевышний. Когда все видят, что Всевышний говорит с Моше, это для того, что все верили, что все, что Моше говорит, это слова Всевышний, слово до слова.
То есть весь этот процесс знакомства со Всевышним, выход из Египта, это и есть знакомство еврейского народа со Всевышним после столько лет рабства. Это такая удивительная знакомство, что нам это хватает на все поколения. Мы знакомы со Всевышним, у нас есть связь. То есть до такой степени этого чудеса, что любой из еврейского народа во все поколения знает, что есть Бог, знает, что Тора Он нам давал. В один момент такой серьезный, такой сильный, такой божественный. То, что мы рассказываем и чувствуем на пасхальном седере, это тот знакомство, которым мы встречались реально со Всевышним во время этого ночи. Кстати, чудеса, которые были в последней ночи у нас в Израиле, это следовательно после вот этого ночи пасхального седера в Египте. Всевышний находится с нами, дает нам силы воевать, делить. Он же это сила в руках нашего солдата. И это все началось с этого знакомства, встречи, как мы встречались с Всевышним в Египте. И это длинная история и известна для всех. Известна до сегодняшнего дня. Известна до времена Раби Иуда Леви и известна до нашего времени. Что мы приходили через Паро, мы можем прийти любой. Почему? Потому что мы встречались со Всевышним и знаем, что это Он. Мы будем остановиться здесь. Следующей неделе у нас урок не будет, потому что уже надо будет проверять хамец и сидеть за пасхальный стол. Увидимся после Песах. Поэтому Песах кашер весамех вам все. Дай Бог, что... Айлет. Ой, извини. Да. Хотела вас благословить. Дай Бог, что все удостоили видеть чудеса в наше время. Амен. 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 Тадарабала. Да, был вопрос, Лата. Да, есть один вопрос. Скажи, пожалуйста, а мы в Йом Шлиши встречаемся или нет? Да, но это другое, это да. Да. Будет. Я здесь останавливаю запись. Сори, слыха.